Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Вот хочу вам наглядно показать, что сделал мороз с фундуком. Все померзло. Сначала выступило тепло. Все так обрадовались, тепло. Плюс даже было 17. И потом выступил мороз. И вот посмотрите, каких он наделал делов. Все померзло. Сначала фундук же цветет, потом распускаются листики. Ну вот, целые кусты. Вот такие вот. Все померзло, все черное. Целые плантации черные, нигде не сохранилось, ни в серединке. Бывает так, что в середине сохраняется, нет ничего. Черным черно. Уже начинает распускаться листики, а фундук вот такой вот. Жалко, конечно, не будет орехов. Листики вот такие вот. Сейчас сфокусируется камера. В данный момент вот только начинают распускаться вот еще такие почечки небольшие, а все черное. Лучше бы сразу отбыл мороз, а потом же все мерзло. Вот там вот вдалеке, видите, желтенькое начинает форсисия цвести, а фундучок замерз, весь стоит черный. Вот так вот кратенько хотела вам показать, какой урон нам делает мороз. Нежданно-негаданно. Ничего нельзя загадывать. А было очень обильное бы было, очень обильное бы было цветение. Если бы не мороз. Вот так кратенько хотела вам показать, дорогие мои подписчики.